Детский оздоровительный лагерь «Ласпи» готовится к возвращению детей. Об этом информационному порталу «Форпост» накануне сообщила директор лагеря Оксана Тараненко. «Хочу сообщить вам хорошую новость. Мне сейчас позвонил департамент здравоохранения. Сообщили, что в четверг дети вернутся. Опять-таки, официально решение не принято, но мне сказали, что в четверг вернутся», сказала Оксана Тараненко. Напомним, работа детского оздоровительного лагеря «Ласпи» была приостановлена решением комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с массовым инфицированием детей и вожатых. Точное число заболевших и госпитализированных правительством не разглашается. По разным оценкам, их от 30 до 50 человек с разной степенью тяжести болезни. Оксана Тараненко в интервью «Форпост» сообщила, что из лагеря «Ласпи» увольняются сотрудники. Далее цитата. «Все шеф-повара сразу написали заявление об уходе. У людей есть постоянное место работы, и сюда они приезжают в летний период, чтобы заработать. Зачем им трудности? А тут Следственный комитет, прокуратура, полиция. Люди сразу мне написали заявление. Откуда они? Из Армянска», сказала руководитель лагеря. Предположение, что повара испугались того, что их медицинские документы могут не соответствовать действительности, Оксана Тараненко отвергла. «Нет, это невозможно. Поверьте, это невозможно покупать. У нас заключен договор с частной поликлиникой, и все сотрудники и студенты проходили обследование. Мы это оплачивали как юридическое лицо. Такого, чтобы кто-то нечистоплотный был в работе, не было. А надзор за работниками кухни особый. У них более обширные анализы. Абсолютно на все. Я уверена, что каждый сотрудник и каждый ребенок проверены», констатировала Оксана Тараненко.